фантастический городок картин. Сидим на остановке, ждем автобуса своего. Это сейчас должен подъехать. И будем выдвигаться. Мы уже едем в автобус. Вот видите. Вот автобус. Мы по центре сидим. Сейчас еще спереди покажу. Автобусы здесь по деревенькам ездят. Прям как у нас. Ехать нам где-то минут 40. В принципе, неплохо, как для такой местности. Мы уже приехали в картину. Идем к главной улице. Все круто, все такое, ой, какой прикольный, красиво здесь очень. Сейчас вам немного покажу, что здесь. Погуляли там по городке здесь немножко, прошли, показал вам немножко здесь, какая природа, все красиво. Сейчас телефон разрядится, поэтому я не знаю, что еще там успею заснять. Ну, всем пока. Начинается дождь, люди стоят в очереди, ждут, пока откроют торговый центр, потому что закрыли на обед. Смешно, так все стоят, ожидают.